стали, да. Так как по правилам наших соревнований каждая пара может использовать свой джокер, мы решили показать наш танец чувау. Да и нам бы очень хотелось, чтобы судьи оценили эту программу, потому что нам очень нравилось, и мы ее с огромным удовольствием катали. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Марат, ку-ку, ку-ку, проснись. Что касается моей партнерши. Ну, думаешь, что сейчас бортик будет. Понял теперь? Понял, и я делала специально, Марат, для тебя, чтобы ты смотрел. Два часа я ночи. Понимаю, нет, я понимаю, я просто на повороте эту штуку не могу сделать. Ну, это, в принципе, как-то так. Я разбил микрофон Первого канала. Представляете, я какая довела человека до чего? Вставай. Мне очень повезло с партнершей. Так, иди в угол-то. Зачем тебе туда ехать? Иди в угол. А что ты стоишь-то? А почему, извините меня, летать можно над катком, а стоять на катке нельзя просто? Нужно быть добрее. Мы с Таней вдвоем. Мы вдвоем, никого нет. Никого нет. Своих отправили домой. Вербух уже дома. Все наши коллеги по цеху, по ледовому, спят, видят сладкие сны. А мы с Таней одним катаемся. Пойдем.